Наконец-то я купил себе ножи для газонокосилки для моего Джоника. Решил побаловать. Но тут, блин, грех было не побаловать. Сейчас покажу, как выглядел старый ножик, да? Сейчас я тут переключусь. Ну вот. Вот старый нож. Ну, возможно, даже оригинальный. Может быть, Джон Дировский, а может быть и нет. Кто его знает, какой он приехал из-за границы. И вот новый нож. Ну, форма, возможно, тоже съеденная была. Подожди, где тут ножи сами? А, да, вот нож он здесь ел. Ну, тут я их тоже натачивал уже несколько раз. Да. И вот как вот он съелся. Ну, вот это вот тоже неизвестно. Возможно, съелось, а может быть, такая форма была. Ну, с каждой стороны по сантиметру съелось. Поэтому, когда я косил, бывало, типа, где между ножами, у меня три ножа, между ножей такие полосы оставались. Как бы, ну, как будто не прокошенная. Я сначала думал, блин, что она типа тупые эти ножи, натачивал их. Ну, да, оказалось, ну как бы, ну пока я не, пока разрулил, пока раздуплился, что оказывается, они так сточили, что уже там, ну, в общем, не прокашивалось. Сейчас поставлю и не могу дождаться, пока проедусь с новыми ножами. Вон какая стая там рыбок. Просто огромная стайка. Вон еще одна стая. И еще одна стая. Какие тюльпаны тут. И не тюльпаны. Расцвели. О, рабарбер подрастает. Будут потом пироги с рабарбером левее делать. Так, тут какая-то алыча, наверное, растет. Или какая-то непонятный куст. Ну, по ранней весне вот эта вот клубника тут под водой была. Ничего, выжила как-то. Ну, видно даже, вон здесь зеленое вокруг. То, что вода была. Здесь новые технологии клюенки. Настелили, чтобы не надо было полоть много. И потом чистая клубничка будет. Вот такие дюбелечки для фасада используются. О, бабушка пристроилась в кресло-качели. Бабушка, тест-драйв, да, новых качелей? Я попробовала, пока никого нет. Как неудобно на них сидеть, как на них сидеть. Ну да, да, есть такое дело. Агроном. Это подожди, это вишня или черешня вот эта вот? Это вишня. А, как много цветет. А вот это тоже. А что-то она не очень. А две уже сохли. Так может ее подпилить надо немножко, не? Не, ну лишнего спилить. Не-не. Тут еще какая-то вишня, черешня. Главный механизатор пришел, что-то хочет, наверное. Что-то надо? По ушам надо. А, ну давай. Помимо проезжал. Вон рыбехи какие. Огромные. Сейчас тепленько. Повсплывали большие тоже. На улице 23 градуса показывает. Ну да, в тени так, не супер жарко, а на солнце прям жарит. Нет, здесь просто водные процедуры. Да. Детишки тоже купаются. А мама сказала, ее нельзя, но мы ее все равно заснимем. Кто, я? Взяли кублу, она уже остывает уже. Печка уже. Я могу занырнуть, чтобы меня видеть. Тот, кто запретил его снимать, утонул. Все, выплыл. А там вдалеке пошли фотосъемки. Во-во-во, так. Они, наверное, на Инстаграм или куда-нибудь там себе выставлять будут. Ладно. Не могу. Тогда мы не против. Без маски. Так, новый блогер, что у меня тут и консультации. О, куча. О, Инстаграм пошел там какой-нибудь. Какие у тебя
уже. Она уже свалилась, давай. В кублу подложили дровишек. Замерзли детишки. Прополка чеснока пошла. Уже вечереет, уже комары нападают. И на фоне пасутся коники. Тут под конец ряда такой жирный чеснок пошел. Вообще красотища. И комары возле леса тут. Здесь рядом лес и комаров, блин, куча. С Евой поработали, заехали покушать. Ева заказала лосось с рисом, а ей еще краба мочканули. Рака. Это рак, по-моему, нет? Да, это рачок. Евка говорит, она не будет его есть, она не знает, что с ним делать. Но я поковыряю, посмотрю, что тут можно съесть у него. А у меня вот такая курочка. Хрустящая курочка с картошечкой. И с салатиком. А общая картина примерно такая. На втором этаже в Озолниках находимся в ресторанчике.